Друзья мои, а я сейчас просто хочу сказать, что в нашем зале находится совершенно юная Ксения. Ксения, это... Встань, Ксения, скажись. Это автор сайта Анна Юрьевна Марлеева. Заходите к ней на сайт, потому что там будет написано и о нашем собрании. И я хочу тебя поблагодарить, Виталий. Это чудесный сайт. Анна, Кире, Марли, собака, народ.ру. Где ты? Ой, извините, нет, собаки нет, только. Спасибо, дорогая, спасибо. Ну иди сюда. От «Ватам», как раз, которую сочинила Анна Юрьевна. И Эдит Пьяв сказала, ну слушай, это же моя песня, и почему тебе так мало платят за это? Пусть платят много, раз я пою, да? Ну и Ксюша перевела это на русский язык прекрасно, в общем, в эквилибристическом стиле. А сейчас я приглашаю на сцену очень творческой. Это Татьяна Валерьевна Лебедева, художник, которая несколько лет работала с Анной Юрьевной над книгой «Анна, возьми гитару». Идея была такая, что каждая, это вот стихи последних лет, что свидетельствует о том, что Анна Юрьевна до последнего часа находилась вот в активном состоянии. И Татьяна Валерьевна иллюстрировала каждое стихотворение. И как жалко, что этот проект так остановился. Но мне кажется, что если есть на свете справедливость, Татьяна Валерьевна, эта книга будет сделана. Другая часть этой творческой семьи – это Варя. Но Варя пока не пойдет на сцену. А на сцену пойдут Настя Лебедева и ее верный спутник, и музыкальный, и по жизни Саша Панин. Какие имена, да? Пока не идут, я могу сказать, что Анна Юрьевна их видела, она получила видеокассету. А вот я забыла сказать, что сказала Анна Юрьевна про стихи Марины, родина Анни. Знаете, она сказала, как широко, и все, и больше она ничего не сказала. Вот удивительно. И вот тоже вот такая же любовь короткая и очень... Вернее, не короткая, а просто вот коротко сказано, но все очень ясно. Правда, Настя? И ты будешь сама привет? Хочу сказать, что я у нас на такой чести, что на мне шаль Анны Марии. Я все думаю, снять. Первое. Варя у меня просто росла на Анне Юрьевне Марли, и действительно мы очень много говорили по телефону, и это такое событие невероятное. Я безумно волнуюсь, и, как мне сейчас муж говорит, ну, сделай подарок Анне Юрьевне, как бы дай ей почувствовать, что мы все вместе, и она не забыта, она всегда с нами. И я безумно ее люблю, и это та культура, к сожалению, которая уходит навсегда, и... Это невосполнимые, такие непоправимые утраты, и, к сожалению, это очень печально. Очень печально, но я люблю вас сами. Уроки славян. Плохо работает? Нет, нам ближе. Душе за все время, что скитаюсь по краям чужим, сложила судьба ногу в стремя, и летит день за днем, и летим не во благо.
и ни с кем не забыться. Все чужое, чужое кругом, а на висках уже серебрится неизбежный мир тайком. Ах, безумно жаль мне этих дней, когда хотелось жить, когда весенний соловей учил нас так любить, когда учила нас, как любить. Устарели романсы, что пели, позабыты былые мечты. Рок и туз танцевать не умели, но зато плановать текли. И так хочется вальсом старинным тихо петь под гитару. За любовь и за нашу судьбу. Ах, безумно жаль мне этих дней, когда хотелось жить, когда весенний соловей учил нас так любить, когда весенний соловей учил нас так гори, 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 гори,